Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выход. Вчера буквально попали в дождь, устали, накопались, неделю не выезжали и оторвались от души. Но сегодня обещали дожди. Дмитрий все-таки чихал на этот дождь и выехал. Ну, я проснулся, вижу, вроде дождя нету. Созвонился, оказывается, он с 5 часов уже копает на нашем любимом месте, где мы поднимали очень хорошие находки. Ну и сегодня тоже, вчера весь день, всю ночь лил дождь, почва промокла, и Дмитрий тоже неплохо сегодня поднял. Так что сейчас я сразу же с первых минут видео покажу находки. Это не стандартно, конечно, обычно находки вы видите в конце выпуска. А сегодня я вот покажу, что он уже с 5 часов наковырял. Время сейчас уже 11 часов. Грубо говоря, за 5 часов он поднял вот такое вот количество монет, которые я сейчас вам покажу. Ребят, вон на том месте, где я предыдущие копы вот этот обнаружил холмик, очень много монет я поднял. Ну, в принципе, кто следит, видел, что порядка там, я не знаю, 13 или 14 монет царей я поднял, пару советиков. И сегодня Дмитрий после дождя с этого же места еще, смотрите, поднял трешечка советская 26-го года, двушка 49-го, копеечка тоже старого образца, пятнашка 41-го. Диман, пятнашку 41-го посмотри, она, по-моему, дороговатая, дорого стоит. 43-й, две двушки николаевские 1909 года. И 1872 вроде года. Дырявое серебро 1905 года. Она у нас манисты. И вытащил вот такую зачетную трешечку серебром. Но, к сожалению, она у нас в зубцах. Это у нас игровая монета. Евгений вчера передал мне вот такие вот челноки. Так что они у нас пойдут в музей. Ну все, сейчас надумаем. Может, либо снова по полям по этим походим, или же поедем шурфить. Обещали дожди, тучки ходят хмуро, но пока дождя нету. Евгений у нас не смог сегодня выйти на связь, отсутствует, наверное, вчера переработал с лопатой и устал, и сегодня отдыхает. Ну ладно, мы копаем. Итак, ребята, ходим мы вот вокруг этого столба кругами, как вы видите, вот так вот все, наярим. Дмитрий вместе со мной у тебя только что поднял копеечку, и у меня сигнальчик выпал, и это у нас первая моя сегодняшняя монета, 20 копеек, рамочник, год, к сожалению, не видно, но... 50-е года, скорее всего, 40-й, 50-й. Хотя и 36-й, 7-й тоже могут быть. Все, дальше ходим кругами, нарезаем. Дмитрий нацепил снайперку. И выстреливают у него сигнальчики среди железа. Мы же ходим по максимуму по глубине. И дергаем монетки из глубины. Так, ладно, посмотрим на результат. Итак, ребят, любопытно. Только что говорил, кругами ходим вот так вот. Я вот так пошел. Диман пошел другой стороной. Вот Диман. Диман ее обрулил. Сейчас он идет теперь за мной, собирает монетки. А я иду и собираю за ним монетки. Сейчас у меня выпала трешка царская. Сохранчик, смотрите, какой бодренький. 1904 год. 3 копейки. Классная монета. Зачетно, зачетно. Очень любопытно. Интересно, сколько мы здесь кругов сделаем перед тем, как отсюда уедем. Дим, ты здесь уже сколько кругов сделал? Представляете, Дмитрий, туда-сюда, туда-сюда, три раза уже прошелся. Я один раз уже с той стороны прошелся, там около поднял 20 копеек. Ну да, штурвальчик у меня, в принципе, большой.
земля промокла, я думаю, еще, думаю, будут монетки. Но, повторюсь, Дмитрий у нас со снайперкой. Он здесь цепляет сигналы четкие, именно среди железа. Вот, так что у каждой катушки есть свой плюс. У меня глубина, а у Дмитрия четкий сигнал среди мусора. Так что ладно, смотрим. Так, ребят, чистейший был сигнал, думал серебро, но как ни странно, медный оказался. По ВДИ показывал 94-95. Тут какие-то вот червячки, замерзшие какие-то опарыши. И монетка. Монетка у нас тоже большая. Трешка. Трешечка 24-го года. Зачетно, зачетно. Вот такой вот монитос выпал. Снова большой. Ладно. Причем не очень-то глубоко. Дает, дает бугорок себе монетки. Смотрим. Итак, ребята, теперь нас трое, и мы решили перебраться. Евгений не любит на прилюдно ковырять земельку, так что мы решили переехать. И теперь нас уже сегодня трое. Сейчас будем переезжать небольшую речеюшку, и там мы поковыряемся. Ну, первый проезжать речку буду я, потом Дмитрий, а потом уже и Евгений. Ой, что-то здесь ее немножко размыло, что-то подозрительно. Ладно, сейчас проведаем. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Поехали, поехали! Не машина, а подводная лодка. Смотри, как тут красиво, как в аквариуме. Не открывай окно, болван. Осторожно, рыбку задавишь. Мы потеряли уйму времени. Вперед! Итак, ребята, пацаны передумали здесь проезжать. Поедут вокруг. Камеру оставил я у Димана. Вот он заснял, как я сейчас проезжал. Нырнул я здесь глубоко. И они побоялись, поедут сейчас в обход. То есть вот так вот всю деревню объедут и приедут. И наверху мы встретимся. Вот так вот. Ладно, ладно. Посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Итак, ребят, приехали мы. Каждый смотрит, какой шурф взять. И меня встретила вот такая картина, смотрите. Не знаю, как передается объем данного шурфа. Но шурф просто огромный. Вообще. Вот это он здесь наковырял. Не знаю, как у него было с находками. Но шурфит он практически все вокруг дома. Огромный объем работы он, конечно, выполняет. Вот так дома стояли. Я пробежался, и везде взорно, везде. Абсолютно нету нормальных. И сейчас хочу вон туда он отправиться. Там тоже были дома. По разговорам старых староверов. И они там сгорели. И они перебрались потом вниз туда за речку. Ну и надеюсь сейчас хоть советов, но подергаю. Пойду исследую. Надеюсь, он там еще, его лопата не дошла. Не ковырял там. Ну все, смотрим. Итак, ребят, пришел я тут. Бродил, ходил, искал фундамент. Копают пацаны уже набитым. Ну и женек у нас отличился. Смотрите, какой здоровый крест был. Блин, жалко, вот нижняя часть у нас отсутствует.
Ну, крест просто огромный был. Я не знаю. Я в курсе. Ёж твою. Ну, видно, что старый излом. Жень, посмотри, может, вторую часть найдешь там. У Димана здесь советик был. Больше нет, да, Диман, ничего? Классно. Вообще зачетно. Выковырил он его. Прямо вот из этих кустиков. Одному скучно. Толпой весело. Подошел, тут сразу веселье. Давай, здоровый крест. Ладно, поживем, сейчас посмотрим. Итак, ребята, втроем ковыряемся. Ой, блин, одни мыши здесь бегают. Блин, ой, еще одна. Ой, блин, мать моя, смотри, сколько, блядь. Твою мать. 7 штук, блядь. Твою налево, смотрите, блин. Извините меня за истерику такую. Просто неожиданно 7 штук мышей на меня кинулись. Они спать залезли. Ну я к чему? У меня находка. Монета царская. 1 копеечка. Год, к сожалению, не скажу. Ну, факт в том, что это царская монета. Сейчас я почищу, может, год видно будет. Не, годик пока не видно. Но это царь. Сейчас подымал еще пятачок. Советский старый герб. Но он, к сожалению, уже в язвах таких, знаете, раковинах неприятных. Так что ладно. Продолжаем. Итак, ребят, находимся мы до сих пор в этом шурфе. Евгений у нас покинул, уехал капусту солить. Как-никак урожай, да, Диман? Капуста. Вы знаете, собираем мы здесь советики. Один царик всего-навсего выскочил. Но никто не ожидал, что выпадет вот это. Вы знаете, до последнего я его вам не снимал, не показывал. С одной стороны, не мог ничего разобрать. Но когда я перевернул и немножко потер, смотрите, что выпало. Опа-на! Опа-на! Это у нас монгольская. Монгольская монета. Смотрите, какая толстая. Офигеть! Никто не ожидал, что здесь можно такое вот поднять. Офигенно! Кто знает, что это за монета, я постараюсь домой приехать, фотографию приложить данной монеты. И знатоки данной темы, прошу отписаться, что за монета, кто у нас правил и какой год. Вот такая зачетная монетка, офигенная. Фух. Осталось, наверное, минут 30-40 и будем собираться. Вот такая вот классная монетка у нас сегодня выпала. Продолжаем свой коп. Итак, ребят, напоследок один монетос Дмитрий собрался уже. Вот сейчас вот за собой приберем и домой. У меня напоследок монетка советская. В принципе, неплохая. 20-ка. Год 57-й. 57-го года, 20 копеек. Рамочник. Дмитрий тоже. Я его находки не снимал, как он выкапывает тоже. Советиков немножко здесь подергал. Ну а в целом неплохо. Этот шурф дал. Крест подняли. Затем злато-ордынская пула. Зачетное. Так что христианство, мусульманство, все в одном месте. Золотая Орда, православный крест. В общем, классно, классный шурф оказался. Ну а сейчас прибираем за собой и обзор находок. Итак, ребят, прибрал я за собой шурфик, присыпал, в принципе, нормально, думаю. Не будут ко мне какие-либо претензии. Так что
после себя котлована. Стараюсь никогда не оставлять, в крайнем случае присыпать. Ну и все, выдвигаемся. Дмитрий там уже собирается. Сейчас и я тоже. Итак, ребят, пришло время прощаться. Все мы сделали сегодня неплохо. Я считаю, за несколько находок. У Дмитрия находки приятные, у Евгения. Ну и мне немножко дед под конец подкинул. Ну а в целом по находкам, думаю, неплохо. С предыдущими выходами тоже все на высоте. Ну а сейчас находки. В принципе, сегодня у нас вот такой вот получился серп и молот. Прям зачетный. Вот такой вот я нашел молоточек классненький. И к нему вот такой вот серп. Ну а сейчас к находкам основным. Вот они, две ложечки. Когда вот эту ложку подняли, прям были в шоке, в восторге. Такой цвет, знаете, серебра. Но когда рассмотрели клеймо, к сожалению, это у нас обычный МНЦ. Рубль 15. И вот такая ложка тоже классная. Это у нас латунь. У меня практически дома уже целый сервиз таких ложечек, но вилочки почему-то не попадаются. Ну и начну сразу с шикарной находки, которую сделал Евгений. Это вот такой вот зачетный крест. Жалко, конечно, что он немножко утраченный, а то было бы вообще бомба. Смотрите, какой огромный. Вообще, я все мечтаю такой крест поднять, чтобы завершить панно, которое я делаю по крестам. Но вот такого креста у меня нет. По монетам, в принципе, неплохо. Все у нас сегодня удачно. Царики есть, советики, серебро и даже золотая орда. Ну, начну с царей. Самое что интересно, это 3 копейки 1904 года. Сохранчик такой бодренький, зачетный. Трешечка 24-го. Тоже так неплохой сохранчик. Почистится, будет зачетный. Затем копеечка царская. Советики. У Дмитрия трешка серебром. Было бы вообще классно, если бы не вот это. Вот эти зубцы. Это у нас была игровая монета. Приятная монета, но, к сожалению, тоже утраченная. Затем двушечки он поднял. Такая приятная двушечка 1872 года. Вот такая приятная находка. 1909 сохран вообще шикарный, но, к сожалению, как вы видите, Дмитрий по ней как засадил от души. Аж вся патина с нее отлетела. Плюс небольшая здесь вмятина. Ну, я думаю, патину можно восстановить, а вот удар, к сожалению, нет. А так она, смотрите, какая бодренькая вообще, зачетная. Затем еще одна царская копеечка. К сожалению, год сказать невозможно. Серебро. Серебро у нас с манисты 1905 года. Была бы неплохая, если бы не эта дырочка. Ну и по советикам. По советикам тоже неплохо. Двадцатка щитовичок, двадцатка рамочник, не рамочник, 61-го, две пятнашки рамочник, три трешечки, червонцы, ну и копеечки. В принципе, я думаю, по находкам тоже сегодня неплохо. Вот такое количество монет мы наковыряли. Все сегодня как обычно, все шикарно, все довольны и едем домой. Ну, на этом, ребята, и закончу свой видеокоп. Всем пока, удачи, хабар под катушку, ну и здоровья. Здоровье самое главное. Пишите, отвечу всем. Пальчик кверху. И всего доброго.